Сьогодні у програмі «Зоорекорди. Найдовші створіння землі». Новий рік з домашніми тваринами. Веткабінет. Який подарунок покласти під ялинку хатньому улюбленцю? А також рубрика «Кмітливі та кумедні». Чимало власників тіл рекордної довжини мешкає у морях та океанах. Серед сухопутних тварин теж є такі, що мають досить довге тіло. Рекордсменом серед амфібій можна назвати велетенську саламандру. Її довжина від носа до кінчика хвоста становить 180 см. Ці земноводні можуть тривалий час знаходитись під водою, але десь раз у 10 хвилин піднімаються на поверхню, щоб ковтнути повітря. Серед жаб рекорд у цій категорії побила ага, яка мешкає у Центральній і Південній Америці. Довжина її тіла – 25 см. Тільки на початку минулого століття вчені дізналися про існування цієї істоти, яка отримала заслужену назву – Голіаф. Довжина лише самого тіла цього безхвостого земноводного без урахування великих довгих лап становить близько 32 см. А на острові Борнео була виявлена найдовша комаха в світі – паличник. Разом з ногами він мав довжину 56 см і 7 мм. І нарешті найбільш вражаючий рекорд. На морській глибині, в районі Багамських островів, вчені виявили гігантського представника одноклітинних організмів – амебу довжиною 3 см. Подальший генетичний аналіз підтвердив, що даний вид належить до раніше відомого роду амеб – громія. На завершення розмови про найдовших тварин не зайвим буде звернути увагу ще на тих хребетних, у яких скелет складається з найбільшої кількості хребців. Рекордсменом у цій номінації є ниткохвостий вугор. У нього 750 хребців. Крім того, це ще й найтонша риба. Довжина стрічкоподібного тіла вугра – 1,5 метри, в той час як ширина – всього 2 см. Причому кінець його хвоста і зовсім звужується в тонку нитку. Тривалий час самців і самок ниткохвостого вугра зоологи відносили не тільки до різних видів, але навіть до сімейств. І пов'язано це було з тим, що у дорослих самців щелепи коротшають, позбавляються зубів і у них з'являються трубчасті ніздрі, завдяки яким вони за запахом знаходять самок. У природі ще чимало сюрпризів, і ви переконаєтеся у цьому ще не раз. Засяяли вогнями новорічні ялинки. Наближається свято. В цю пору підвищеної уваги вимагають наші домашні улюбленці. Слід пам'ятати про деякі чинники, які можуть загрожувати життю і здоров'ю вашого улюбленця. Про це говорили гості програми «Новий день». Животные как могут пострадать психологически, так и еще, к сожалению, в очень частых случаях бывает очень много кормовых отравлений. Может быть варианты с поеданием инородного тела, то есть доходит до хирургических вмешательств. Хозяева должны быть максимум внимательны, если животное в плане психологической нагрузки не выдерживает какие-то любые стресс-факторы, позаботиться о том, чтобы уже заранее животное посидело, может, на каких-то легких транквилизаторах или на травках, есть даже препараты на травках со вкусом мяса. Уже были случаи даже, когда сами животные травмировали своих хозяев. Что коты, что собаки, что другие там присмыкающиеся, это очень часто бывает. По-друге, тваринка может просто злякатися и утекти. Может, есть и такие случаи. Да, вот у нас как раз Анечка, представитель Феникса,
Вот, она может уже рассказать, сколько они там отлавливают потом. Ну, в том году был очень известный случай, между двух домов застряла собака после Нового года. Ее МЧСники доставали с перепугу именно вот в новогоднюю ночь. Что можно порадить глядачам, чтобы уникнуть подобных проблем? Нужно приучать собак своих к петардам, к фейерверкам, к хлопушкам, вот на пакетах. Приучать с детства нужно, чтобы они не пугались будущего. Называется социализация животного в нашем мире. Ну и выгуливать на поводке. Да, только на поводке. И адресник обязательно. Да, и желательно обзавестись, ну, чтобы не игнорировать намордники, потому что очень много отходов. Вот, дворняги их могут растаскать, но дворняги, они как-то более социализированы к отходам испорченным. Вот, а наши домашние животные, конечно, потом застревают все в ветеринарных клиниках. Вот, даже надо опасаться дождики. Дождики – это любимое дело. И установить тяжело. Да, и дождики, игрушки, вот, то есть все это пластмассовые вилки. Отже, харчові отруєння. И не только харчи, мы мягко перешли проблема. То, что я вам говорил изначально, на отравление и на инородное тело. Но первое наперво что? Если вы увидели, что у вас с вашим животным что-то не в порядке, это обязательно ни в коем случае в тот день не кормить. И первое наперво, если есть какие-то возможности, использовать сорбенты. Любые сорбенты, не, кроме активированного угля. Это, к сожалению, на животных не проходит, потому что мы... Люди вертикально стоячие, они горизонтально ходячие. Активированный уголь у них, к сожалению, плохо проходит. А энтеросгель, фосфолюгель – это первое наперво, что должно лежать в аптечке. У каждого, кто владеет животным, ну и для себя тоже однозначно. Але власники домашних тварин вважають їх все ж таки членами своєї родини і прагнуть на свято зробити їм подарунки. Як ви, Ларисо, будете радувати ось цих діточок? Ну, особо я не буду стол им делать более новогодним, чем всегда, потому что самое главное не накормить на Новый год салатиком с майонезом, колбаской, как это самое страшное отравление для животных, как бы пищевое, сорвать печень, особенно щенкам маленьким, ну, собакам, котам, и особенно щенкам маленьким очень страшно. Это самая большая опасность пищевая, это вот накормить собаку со стола. Не только собаку, кошку и так далее. И хомячка. И хомячка тоже. Да, я еще хотела сказать по поводу наших праздников. Люди выпивают, люди берут выпившие берут животных на прогулку. То есть и бывают всякие вот неприятности. Они или удержать животное не могут, или же сами немного неправильно себя ведут. Поэтому в семье должен быть трезвенник, который будет за этим наблюдать, чтобы не было вот неприятных ощущений, потом осадка, или собака убежала, или кого-то покусала. Вот поэтому выпившие компании тоже вот надо стараться как-то вот избегать. Алкоголь и собаку как-то это несовместимо. Я разумею, что це велика проблема, якщо ви говорите про неї на широкий загал. Так, наш малюк заснув. Для чого ви його розбудили? Щоб посмотрели, який у нас красивий. Да? Він, йому так добре було в цьому кошику. Я хочу показати, що от такий у нас красавець є. Да. Скажіть, будь ласка, а ось, наприклад, як зустрічати свято зі своїм улюбленцем? Годувати зі стола не можна. Гуляти треба обережно, чимало обмежень. Якась радість у свято буде ось цим малюкам? Як можна їх порадувати і створити свято для них? Самий великий праздник – це їх любити і хранити їхнє здоров'я. Правильно. І тоді вони, відповідно, вам подарять любов, дружбу і все остальне. Отже, пам'ятайте, що Новий рік – це свято тільки для людей, а не для тварин. Але якщо все ж таки хочете покласти подарунок під ялинку і для свого домашнього улюбленця, дивіться нашу наступну рубрику. В преддверии Нового года многие хозяева задумываются о подарках для своих любимцев, о новогоднем меню и так далее. Значит, все, что бы вы ни ели, ни готовили, животным своим давать нельзя. Потому что это будет пищевое отравление, и первого числа вы будете бегать искать клинику, которые будут все закрыты.
Поэтому, если ваше животное питается кормами, то в любой кормовой там марки есть консервочки, там всякие разные паучи и так далее, паштетики, которые вы можете открыть, положить на тарелочку, посадить рядом с своим питомцем, он будет ей кушать свою паштетик, а вы будете кушать холодец. Вот. Поэтому, если он натуральными продуктами питания, значит, это должно быть какое-то постное отварное мясо, вот, мелко порезанное. То есть никаких салатов, никаких холодцов, ничего. Со стола абсолютно нельзя давать ни колбас, ничего. Потому что если животное до этого не ело этого ничего, то это будет отравление. Вот. И еще одна проблема – это петарды. Старайтесь закрывать окна. Вот. И, возможно, даже дать там несколько капель там успокоительных препаратов, барбавала там, либо же трикардина, либо же кот баюн. Есть такой препарат, немножко успокоить животное, потому что они начинают беспокоиться, прыгать и так далее. Вы можете зайти в зоомагазин и купить любые лакомства для животных, витамины, ошейники, шлейки и так далее. Это будет очень хорошим подарком. И самое главное, что не будет никакого ущерба для здоровья вашему животному. We'll be right back.